Вось и стихли апошние звонки у школах. По воле лёсу для сёлетних выпускников развитание с дзяцінствам припало на нелёгкий час. Наставники зрабили усё магчымае, каб апошний день у стенах школы покинул у дзяцей только тёплые успаміны. Наша здымачная бригада наведала гомельскую сярэднюю школу номер 27, каб пераканацца, эпідсітуацыя не ў сілах сапсаваць выпускнікам свята. Для 27-й школы сёлетні выпуск асаблівы. 11А і 11Б сапраўды зорныя класы, якія назаўсёды застануцца ў сэрцах настаўнікаў. Яны многакратныя пераможцы алімпіяд па самых розных прадметах, інтэлектуальных гульняў і спартыўных спаборніцтваў, займаюцца міратворчай дзейнасцю і творчасцю. Кіраўніцтва школы не можа пазбавіць такую таленавітую моладзь радасных свят точных момантов, але бяспека вышэй за ўсё. Упершыню апошні званок прагучаў тут не ў актавай зале, а на школьным двары. Такім чынам святочны настрой забяспечылі не толькі выпускнікам і іх родным, але і ўсім прахожым. Ганаровым гостям мерапрыемства стаў Тимафей Глушакоў, старшыня гомельскага абласнога аддзялення беларускага фонда міру. Для яго 27-я школа, якая носіць гордае званне школы міра, неад'емная частка жыцця. Тимафей Іванович спадзяецца, што гэтыя хлопцы і дзяўчаты назаўсёды ў душы застануцца міратворцамі. Сегодня дружба, согласие и взаимопонимание – это одна из главнейших, я бы сказал, задач в настоящее время. Потому что в мире несколько неспокойно. Так вот, молодежь наша должна вносить определенную лепту в это вот дело. Для школы важно, каб дети отшули. Наставникам и кіраўнікам установы сапраўды нелегко расставаться с выхованцами. Яны жадают им только лепшего и верить, что родная школа николи не покинет их память. Я хочу сказать огромное спасибо ребятам за труд. Вам будут говорить о сотне дорог. И это правда. Но выбирайте одну и идите по ней честно и прямо. Так, как учила все эти 11 лет вас 27-я школа. Выпускники ценят старания у всех тех, кто стал для них другими батьками. Никто не застался обыяковым. Я хочу выразить благодарность, признательность и любовь своей родной школе за то, что в такое непростое время для нас был организован выпускной торжественный вечер. Я надеюсь, что я поступлю, не хочу разочаровывать своих учителей и школу, ведь они все это время готовили нас. Люблю своих одноклассников, учителей, школу, администрацию за все то время, что я здесь учился. Я бы тоже хотела поблагодарить всех учителей, администрацию школы и родителей, которые помогли нам пройти весь этот сложный путь, столько лет, сколько мы провели в этой школе. И я безмерно счастлива находиться здесь и сейчас. Я рада всем своим одноклассникам и ребятам из параллели. И я, в принципе, просто счастлива. Я надеюсь, дальше будет только лучше. До новага дарослага жыцця засталіся імгненні. У кожнага свае планы на будучыню, але ўсіх аб'ядноўвае разуменне. Іх школа – сапраўдная сям'я. І ніякія знешнія абставіны не здольныя гэта змяніць. Мікалай Скінціян, Валеры Гапанько, Тэлерадыёкампанія «Гомель».